решила впервые появиться в кадре. В основном я снимала видео с руками. Вот, сегодня я хочу рассказать о своих покупках на сайте iHerb. Получила я уже оттуда целых 3 посылочки. Одна еще, к сожалению, в пути. Буквально сегодня ходила на почту, писала заявление на розыск, так как уже в течение 2 недель посылка никак с Москвы до меня не может добраться. Что, в принципе, ну, не очень приятно. Посылочка с Америки до России добралась всего за неделю, а в России она уже 2, наверное, с половиной недели, если не больше, не может никак до меня допутешествовать, что не может меня огорчать. Вот. Продуктов у меня довольно-таки много, так как я практически настоящий шопоголик, я большая хотюка, я все хочу, поэтому я довольно-таки... Так, неплохо заказала. Вот, значит, я думаю, без лишних слов перейдем к показу, или как назвать, не знаю. В общем, начнем, давайте, наверное, с масел. Вот такая вот большая бутылочка масла. Это масло виноградных косточек. Здесь 473 миллилитра, что не может не радовать. Масло я пока еще активно не использовала. В чистом виде буквально пару раз наносила на руки, так как для меня такая структура масляная довольно-таки непривычная. Я, ну, не любитель такого. Но я знаю, что это очень-очень полезно, и я решила все-таки себя приучать потихонечку, начиная с рук. Затем уже, я думаю, перейду на другие части тела. Вот. Масло без ярко выраженного запаха. По-моему, даже в принципе вообще без запаха, может быть, какой-то. Вот, масло впитывается, ну, для меня не слишком быстро, да, но, возможно, для кого-то это и быстро. Как-то так. Так, значит, вот эта крышечка не очень хорошая, так как вот я ничего не сделала, в принципе, да, только открутила и закрутила крышечку, и вот здесь вот уже поверхность вся в масле, ну, в принципе, ну... Я думаю, я с этим смирюсь. Далее. Далее я заказала 4 эфирных масла. Масло корицы. Я заказывала первый раз, да, больше не по каким-то полезным свойствам, больше по своему восприятию этих масел, которые мне, я думала, что мне, возможно, понравятся эти масла. Вот. Но вот с этим как-то я пока пытаюсь дружиться. Масло, насколько я знаю, прочитала, весьма полезное, масло корицы. Здесь его, кстати, 30 мл. Это от фирмы Нау. Предыдущее тоже масло от фирмы Нау. Вот, оно довольно-таки ядреное. Да, я понимаю, что это корица. Возможно, я привыкла к химической корице, которая не так ярко выраженно пахнет. Но... Для меня пока этот запах рисковат. Мы с ним пытаемся подружиться. Ко мне пришла моя маленькая помощница. Такую червашку я недавно подобрала под своими окнами. Она мявкала, просилась. Вот, в общем, взяла ее покушать. Ну и, естественно, не смогла уже ее обратно отправить. Поэтому у нас теперь 2 котейки. Масяня. Масяня, посиди со мной, если хочешь. Вот, далее масла. Масла, которые мне понравились, от которых я, от запаха которых я в восторге. Пим. Вот, это масло мандарина. Это масло мандарина. Вот, эфирное. Ай-яй, масянь. Вот, в общем, оно пахнет очень классно, оно пахнет мандаринами. Это от фирмы Nature's Alchemy. Я, возможно, какие-то произношения неправильно произношу, но не следить строго. Вот, оно классно пахнет. Все. Каких-то его свойств я еще пока... Ну, я говорю, опять-таки, я пока к маслу себе приучаю, поэтому я пока еще его активно не использую. Поэтому я могу пока говорить только о запахах.
Вот, значит, это масло апельсина. Я не знаю, чем я думала, когда я заказывала два масла апельсина и мандарина в одном заказе. Как-то меня, видать, попёрло на цитрусовые. Вот. Он тоже очень классно пахнет. Прям такой. Хочется его скушать. Масян, что ты там лежишь? Ложкино. Вот, тоже фирма. Его здесь 15 мл, как и в предыдущем. Вот, пока нравится. И последнее масло. Вот самое странное масло. Это техасский кедр. Када. По-моему, кедр, не знаю. В общем, я читала, что это какой-то можжевель. Ну, не какой-то, а это можжевель. Вроде как техасский. Вот, штука эта весьма странная. С этим запахом мы, ну, мягко говоря, не подружились пока. Не знаю, зачем мы его сделаем. Я думала, что это будет пахнуть вкусно елочками. Запах мне, в принципе, не противен. Ну, то есть, мне резко не отталкивает. Но для меня это запах... Вот... Знаете, наверное, это такой вот... Первая ассоциация – это старая баня, влажная, и дерево, которое вот такое постоянно влажное, слегка подгнившее. Вот что-то... Что-то для меня это вот такой запах. Я могу это так объяснить, у меня других ассоциаций не возникает. Вот, с маслами пока все. А еще я хочу, уже определилась, какие я масла хочу заказать. Теперь я больше ориентируюсь не на свое обоняние, да, а ориентируюсь на полезные свойства. Ну, и также, естественно, учитываю то, что мне какие запахи резко могут не понравиться, те, естественно, я как бы, ну, чем себя насиловать. Вот, далее. Далее, наверное, я вам покажу вот такое вот, такую вот дубу. Вот эта такая лупа, она стоила, по-моему, в районе $1. Ее я взяла для своей мамы. Вот, здесь еще есть такая вот подсветочка, такой один диодик. Вот, пригодится. Далее был вот такой бальзамчик для губ. К сожалению, я сразу не прочитала его состав. Здесь весьма не очень, по-моему, хороший состав. Я, конечно, еще не такой эксперт в составах, да. Но, судя по, значит, отзывам, я очень много в последнее время смотрю YouTube на данную тему. Вот, значит, и я поняла, что здесь не очень хороший состав. Но бальзамчик, в принципе, ну, неплохой. Ну, бальзам, я бы так сказала. Бальзамами я, в принципе, пользуюсь не так много. Мне почему-то они очень-очень медленно уходят. Я думаю, мне этого бальзама хватит надолго. Тем более, у меня еще есть один другой бальзамчик, тоже, по-моему, Sierra Bliss называется. Это мне его сестра задарила. Поэтому мне надолго и когда этого хватит. Вот, дальше. Раз уж мы заговорили про Sierra Bliss, я вам покажу. Отвлеклась. Вот, значит, такой крем я брала по акции, он стоил прям совсем-совсем недорого. В принципе, это меня и привлекло. Вот так, фокус. Ну, фокус. Да не на мне фокус. Давайте, знаете, как сейчас попробуем. Я сейчас так вот попробую спрятаться слегка. Даже не спрятаться, а увеличиться. Вот. Вот такой вот кремчик. Наверное, ну, вы не пугайтесь, что вот так вот я сейчас выгляжу крупным планом, но думаю, так будет удобнее показать крем. Вот, значит, вот такая вот баночка. Здесь 60 грамм. Вот так. Вот, значит, что здесь не очень удобно, так это то, что нет, ну, такой заглушечки. Или она вот сверху болтается. Может быть, она вот сверху здесь болтается. В общем, крем.
Не надо так крупно меня. Вот, в общем, значит, что могу сказать об этом креме? Он белый, он кремовый. В общем, ну, я думаю, что, скорее всего, буду пользоваться им, ну, более теплое, более холодное время года, потому что он все-таки тяжеловат. Так вот. Впитывается он не слишком быстро. Он довольно-таки жирненький крем. Кожа после него такая... Ну, такое ощущение, что, не знаю, пленкой, не пленкой. Как-то... Он жирный. После него жир остается такой. Не очень люблю такие крема, но он очень дешево стоил. Ну, вот. А, и вторая штучка от Sierra Peace. Это такой бальзамчик. Это бальзам от укусов, ссадин, по-моему, царапин, что-то такое. Брала его тоже по акции, стоил он всего лишь $1. Такой вазелинчик, я бы сказала, прозрачный. То есть его не видно. Так вот штучка выглядит. Ну, в действии еще не знаю. Посмотрим, конечно, я еще у меня не было укусов, ссадин, еще чего-то. Посмотрим. Ну, в принципе, за доллар, ну, почему бы нет? Пусть будет такой зеленчик дома. Дальше. Давайте, наверное, дальше косметика от Эльф пойдет. Возможно, я видео, наверное, разделю на две части, потому что, ну, тут очень много. Первый я постараюсь рассказать о более косметических средствах. Не знаю, короче, посмотрим, как разделю, так разделю. Вот, в общем, дальше. Дальше у меня идет косметика Elf. А, значит, Mineral Lip Tint 28 грамм. Вот. Что могу сразу сказать про футлярчик? Видно, что надпись уже стирается. Держится довольно-таки крепко, его тяжело открыть. Вот такой вот помад. На картинке он кажется более какой-то, ну, приятный розовый. В стике он кажется прям такой какой-то рыжий. Но на губах тонким слоем он, в принципе, довольно-таки неплохо смотрится. Толстым слоем мне уже не нравится цвет. Никакой это не тинт. Потому что, ну, он не оставляет цвет на губах. Вот. И для меня приятный такой сюрприз, то, что он сладенький. Помада в связи с этим быстро кончается. Я думаю, что будет быстро кончаться. Вот дальше это лип. Blum Tint, опять-таки заявлено как тинт. Естественно, это никакой не тинт. Но я и не ждала, что это будет что-то суперустойчивое. Я ждала просто приятный блеск. С таким приятным цветом. Мне нравится, как он лежит на губах. Мне нравится, как он, какого он цвета, скажем так. Вот. Такой полупрозрачный. Вот. В принципе, мне нравится эта штучка, но она, ну, как бы, она соответствует своей цене. Так, далее. На секундочку, я сразу вытрусь, а то потом у меня будут руки. Далее, наверное, покажу вот такую штучку и, скорее всего, наверное, будем заканчивать на этом. А остальное покажу, наверное, в следующем видео.
потому что слишком долго. Ну, сама знаю, что мне не нравится смотреть видео более там, ну, 15-20 минут, потому что это очень утомительно смотреть одно и то же видео на одного и того же человека. Хочется немножечко как-то отдохнуть. Вот. Это, значит, такая штучка. Ультра Nails, Nails String. Nail string. В общем, я вам сейчас покажу, сами прочитайте. Штучка эта была заявлена как... Ну да, прочитайте. Штучка эта была заявлена как, значит, такой укрепитель для ногтей. Вот. Ну, я пытаюсь активно пользоваться. Ну, естественно, я мазалась там буквально 2 дня, всего я забываю про него. Вот, естественно, ногти у меня не укрепились, но я в это свято верю. Отзывы о нем очень хорошие. Стоит, я не помню сколько, я обязательно все ссылочки оставлю внизу. Значит, вы сможете посмотреть. И, возможно, заказать, если вам понравилось. Также, если вы делаете заказ в первый раз, вы можете воспользоваться моим кодом на скидку. Мой код довольно-таки простой. WWF400. Но я обязательно где-нибудь оставлю. Возможно, он на протяжении всего видео будет где-нибудь в уголку ненавязчиво висеть, чтобы вы не забыли. Я буду очень вам признательна, если вы воспользуетесь при заказе. Для вас будет очень приличный бонус. Это $10 на первый заказ скидка. При заказе от $40. И либо же $5 при любом заказе меньше $40. Я вам расскажу на такую хитрость, как можно платить. Допустим, если вы делаете заказ на $40, значит, выше $40, и, значит, вам не хочется платить $40, да, для вас это дорого, вы можете заказать из раздела «Пробненькие скидки». При общей цене, там есть общая цена, то есть цена, от которой, значит, рассчитывается, какую скидку вы получите, 5 или $10, считается полная стоимость продукта. Но, значит, в конечной сумме подсчитывается стоимость продукта со скидкой. То есть, допустим, сделая заказ вместе с доставкой. Сейчас, кстати, идет акция на доставку через Boxberry. Доставку я уже воспользовалась. Доставка мне очень понравилась. До меня, до города Кемерово, она идет всего 2 недели. Что может быть, что не может не радовать. Проверено дважды, ровно 2 недели идет заказ. Хотя нет, вру, трижды. 3 заказа и ровно 2 недели, день в день. Вот, одновременно с первым своим заказом я делала заказ через Почту России, до меня он еще не дошел, к сожалению. Заказ же, который я делала неделю позже, я уже получила через Boxberry. Поэтому, в принципе, я, наверное, буду пользоваться в основном этой доставкой, так как она мне понравилась. Сейчас, кстати, весь август на эту доставку начала говорить. Идет акция «Любой вес», ну, до 5 килограмм, кажется. Вы можете заказать, заплатив всего $8 за доставку. Вот. Так вот. Отвлеклась. В общем, один мой заказик я заплатила вместе с доставкой всего $14 и получила 10% скидку. Этот заказ был... Я заказывала с раздела «Пробники», такие очень интересные штучки. Вот вроде вот таких вот. Вот таких вот. И у меня уже целая куча. Таких вот таких штучек. Вот. В общем, вы можете попробовать, если вы боитесь заказывать на большую сумму. Вы можете попробовать, да, такой пробный заказ, который обойдет вам всего порядка $15. Что не может не радовать, если воспользуетесь купоном. Вот. Для меня даже это будет приятно, так как я не скрываю, я получу с этого бонус. Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал. Если вас что-то заинтересовало, обязательно оставляйте внизу комментарии. Внизу не забываем посмотреть волшебный
код, купон на скидку $10 для вас для первого заказа. Вот. И также внизу все ссылочки на продукты, которые вы только что увидели. А до новых встреч во второй части моего видео. Пока! Давай сниматься. Смотри, камера. Васяня, камера. Кто там? Там Васяня.